обычный был раскрас. А, нет, это я торт ел просто. Все? Ну, почти. Итак, поехали. Урок первый. Не заправляй постель, потому что спать нужно каждый день. И желательно в течение дня. Урок второй. Не торопись выбрасывать фотографии своей бывшей, потому что туалетная бумага имеет свойство заканчиваться. Урок третий. Если не знаешь, что поесть, обжарь вместе все вчерашнее. Урок четвертый. Пользуйся одноразовой пластиковой посудой. Да, она загрязняет мировой океан, но с твоей зарплатой ты его никогда не увидишь. Это были уроки выживания для холостяков. И запомни, заплесневелый хлеб в первую очередь хлеб, а потом уже заплесневелый. Ну как? Нормально. Нормально, солидно смотрюсь? Да. Такой у тебя самостоятельный и независимый. Ну да. Она посмотрит и скажет, кого потеряла. Не видно, что переживаю? Не-не, нормально все. Скоро же новый сезон «Игры престолов». Надо срочно пересмотреть все предыдущие. Дэверис! Буйрождённая! За Таргариен. За Железный трон. За Джона Сноу. За Третьего дракона. Ничего, Крис. За секс с родственниками. Давай за нас. За родственные души. А давай. На брудершафт. Как скажешь. Блин, я походу ослепла. Ты чё, ослепнешь в новом сезоне? Да ты дебил, я сейчас ослепла. Грёбаная Изабелла из коробки. А ну скорая, у меня тут Дейнерис бурерождённый плохо. Нет, мне нормально, а ей плохо. Зачем? Драконы! Спой, я горячий чай залпом выпью. Пурим, я сейчас кастрюлю борща съем. А спой, я твое платье надену. Та-дам! Ой, а спой, я могу проспать весь день. А спой, я твой телефон разобью. Спорим, я уйду от тебя. Спорим. А спорим, я в Любви Аркадьевне больше сниматься не буду. А спорим, я и без тебя проживу. Спорим. Давай. Давай. Люблю тебя. Все, и помни, спор дороже денег. Ой. За ним. Ну что, Аркадий, у нас второе занятие. Итак, тема урока. Как склеить тёлочку в Инстаграме? Показывай домашнее задание. Вот, три раза отправил фото письки в директ. Ну-ка. Ты что, с лицом, что ли, фоткал? Да. Вот дебил. Итак, чтобы склеить клёвую цыпочку в Инстаграме, записывай. Долистай, лайкни её самую первую фотографию. Второе. Подписаться на её маму и пролайкать несколько её фотографий. Третье. Покажи, что тебе нравится ее натуральная красота. Отметь ее под розыгрышем романтического путешествия. Давай. Мальдивы! Ну и домашнее задание. Добиться хотя бы одной фотографии сисек в директе. Ирина Геннадьевна уже прислала. Господи. Экскурсия по Золотому кольцу работает. Вот дебил. Привет, я переезжаю к тебе. Ну чё, как ты вообще? Нормально. Девушку себе нашел? Нет, еще. И давно ты без девушки? Ну, месяца три. Что делаешь? Да свет думаю включить. Так день же. А, да?
Слушай, не переживай, найдем мы тебе девушку. О, прикольно, ты что, вяжешь? Пиу-пиу. Дружище, ты чё, ты чё? А чё ты сама намекала? Чё я тебе там намекала? Ты чё, больной? Здесь воск просто прилип, я хотела оттереть. Или это не воск? Скажи, что это воск. Скажи, что это воск! Скотина! Похотливое животное! Да чё ты ей там всё пишешь? Ты ж с пацанами хорош. Да кто она вообще такая? Да пошла она в жопу, так и пиши, я главный. Пиши, 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 пиши! Столько дел, слушай, мы спишемся, как-нибудь спишемся. Тебе... Реалити «Беременный папа». Аркаш, принеси водички, пожалуйста. Люб, ну ты не видишь, я смотрю. Привет. Принеси сама. А когда я беременная буду, ты тоже будешь мне так говорить? Ой, что вы все с этой беременностью так носитесь? Вот мужики бы не ныли. Я хочу котенка. Нет, я хочу убивать! Нет, все-таки котенка. Пошли, вставай. Куда? Нюхать поручни. Сегодня оторвемся с друзьями. Главное, сегодня чемпионат не пропустить. Это будет игра столетия. Сегодня точно высплюсь. Люба! Любаш, а принеси водички, пожалуйста. Аркаш, ну что ты так с этой беременностью носишь? Сиди, встань, принеси. Люб, я сейчас. Если захочешь понюхать поручни, только скажи. Вот дебил. Мы принесли тебе нашу любимую игру. Мы в нее профи и никогда не проигрываем. Она знает все лазейки. Ой, такой молодец. Проходите. Готовы? Все готовы? А то иду дальше. 12! Я предлагаю купить железнодорожный предприятие. Так, первый круг мы ничего не покупаем. Да, блин, надоели твои правила эти. Возьмем деньги в банке. Ага, взяли уже один раз. Еще 3 года хватит. Ну что, кто тут папочка? Да ты, наверное, опять деньги из банка своровал. Да почему сразу я? Да потому что ты все время мухлюешь. Я не мухлюю. Что это тогда такое? Да ты деньги не умеешь считать ни в игре, ни в жизни. Да это потому что ты тупая. О, зовут Павел. Ты вообще выиграл. Все, я выиграл. Классная игра. Может еще разочек? Давай. Привет! Привет! Аркаша, это что? Аркаша, ты яблоко помыл? Да, но мытое было. А руки ты помыл? А руки забыл. Галь, что? У тебя маечка помялась. И что? Спасибо, что пришла. Я завтра еще приду. Я ж твой друг. Нас ждет генеральная уборка. Братан, у меня есть 1 000 000 бизнес-идей. Короче, шашлычная плюс секция фехтования. Пожарил, отдал заказы и вот, потренировался. О, рыболовная секция для неамбициозных на полкарасика. Студия пластической хирургии рука-лицо. Ну, скажи хоть мне бабскую херню. Милый, ты не обращаешь на меня никакого внимания. Мы с тобой давно никуда не летали. Милый, я тебе изменяю. Айкос с запахом псины. Так ничего же не изменится. Точно. Короче, какой бы ни был бизнес, все отчеты будем писать на лаваше. Зачем? Ну, чтоб когда пришла налоговая, быстро все съесть. О, отличный лайфхак! Лайфхач.
Let me get rain.